Ну что, девочки, зашли мы в магазин Перекресток. Вот такие-то из них. Кстати, лично в нашем городе в Магните сейчас пакеты невозможно. Они такие некрепкие. Мы даже переходили как-то дорогу на пешеходе. У нас порвался пакет вообще. Что за пакеты стали выпускать? Вот пакеты довольно-таки прочные, хорошие. Еще в первый раз я была в этом магазине. У нас недавно открылся. Так, сыр Виолет, сливочный сыр. Вот, пишут, что для суши, для соусов. Не пробовала. Вот. Будем пробовать. Так что. Значит, сыр. Блин, что-то у меня. Бананы такие большие. Давно такие бананы не видела. Здоровенные, громадные. Вот. Перекресток. В этом пакете у нас мало. Кстати, чек. Меня просят, чтобы я снимала цены. Коли я якобы не делаю. Вот 1500. Ушло. Карточку я не стала покупать в этом магазине. Картошка. Вот нам не понравилась салат. Сейчас я покажу. Свекла. 21. Что тут грамм? 22,90 вышло. Так, и вот салат нам понравился. Он, кстати, продается в Пятерочке. Этот мы купили в Перекрестке. Или как я назвать магазин? Перестройка. Салат по-донскому. Здесь, значит... Ой, мы ошиблись, ребята. Это не тот салат. Мы купили салат из... Это помидоры. А нам нравился салат... из этих, из баклажанов. Ну ладно, обманула я мужа, не тот салат, ладно. Так, так, далее зелень, смесь петрушки с укропом. Вот это с Магнита хлеб. И мне захотелось здесь три скумбрии. Да, ровно три штуки скумбрии. Очень-очень. Я уже ее ела где-то неделю назад. И я опять ее хочу с вареной картошечкой. Боже, как вкуснятина. Так, и майонез. В Перекрестке вот такого майонеза нет. Это с Магнита. Вот пакет. Это с Магнита. Там были покупки. Перекресток. Такие красивейшие наклеечки на яйца. Если я еще буду их красить, все зависит от настроения. Муж взял какое-то пиво в Перекрестке, самое дешевое. Он искал Ипатовское, живое взял. Дальше я сняла Активе с черносливом. Потом Чудо, йогурт, клубника, земляника. На кишечника я это беру. Огурчики. Вот три штучки. Перекрестки. Это мы взяли. Так, потом я сметану не взяла. Потом вот это Перекрестки дешевле получается. Творог, чем в Магните. В Магните 70 с чем-то, а здесь был 60 с чем-то. Увидела, не знаю, говядина тушеная. Не знаю, что она из себя представляет. Может, надеюсь, что получше будет, чем в экспрессе, хотя кто его знает. Так, нашла, наконец, заправку для щей. Девочки, студенческие годы я очень любила готовить именно на этой заправке. Понятно, что все это химия, но там есть добавка борща, а вот есть для щей. Вот для щей кислинка такая классная. Вот, взяла чай Ристон. Вроде как просто черный чай. Вот. Забыла лимон взять, и мяту мне надо было купить. Так, J7. А, главное, чтобы не упала. Это у нас манго и маракуйя. Апельсин, что ли. Фиг его знает, вроде так. Муж к себе в пиво взял косичку. Георгинский сыр, косичка копченый. 100 грамм. Вот, там на самом деле было еще два вида. Мы выбрали вот эту. Не знаю, зачем я вот эту штуку купила. Это взяла я, соломка соленая с кунжутом.
Ну, наверное, что я буду с ней делать. Так, икра кабачковая с чесноком от фирмы Балтимор. Вот. Это я на хлеб мажу. Бывает у меня такое, бывает. И знаете, уже многие попробовали. Шуршу-шуршу. Многие попробовали от Данонт эту штучку. Я думала, что это стеклянная баночка. Кажется, это пластик. Йогурт термостатный, густой. Гляньте, да, густой. Попробуем что-нибудь тут якобы прям натуральное, что вот я себе одну взяла попробовать. Так, макароны, я так понимаю, ихние. Перекрестка, перья высший сорт, 12 рублей, если я не ошибаюсь, вот эти макароны. У меня тут, знаете, что остается? Остается морковь, свекла, вот, и маленькая капустка на супчик. Но мы забыли взять мясо. Мы мясо не взяли на суп. Ну что, дорогие мои, вот это были покупки с магазина Перекресток. Ну, чуть-чуть совсем с Магнита, поэтому так и напишем. С магазина Перекресток. Меня просили отдельно выкладывать, я выложила. Вот. Вас просили, выложила. Спасибо за внимание. Всем пока-пока и добро пожаловать на мой канал. Еще раз заходите.